Следующее блюдо носит короткое и емкое корейское название хи. Хи из сазана готовится так. С рыбы с помощью ножа и плоскогубцев снимается кожа. От костей отделяют филе и режут его тонкими пластинками. Чем тоньше пластинка, тем нежнее и вкуснее будет еда. На 2 килограмма филе вам потребуется 3 столовые ложки 70% уксусной эссенции, 2 головки чеснока, 2 головки лука, перец, соль, соевый соус, полкило огурцов, зелень, семена кинзы и растительное масло. Филе заливают неразбавленной уксусной эссенцией, солят и оставляют мариноваться на 15-20 минут, время от времени перемешивая. Образовавшуюся жидкость сливают. Затем добавляют чеснок, кинзу, 3 ложки соевого соуса и нарезанный полукольцами лук, на который выливают 1/4 столовой ложки уксуса. Блюдо ставят мариноваться еще на 2 часа. После этого в него добавляют мелко нарезанные огурцы, зелень укропа, петрушки, растительное масло и перец по вкусу.